Друзья, всем привет. Вот у нас первая роза расцвела, раскрылся бутон. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже. У нас сегодня, вчера такая еще не очень была, сегодня раскрылась. Юбки мне уже по пояс, длинные такие стали. Я так думаю, это с мой рост они вымахают. Вот сколько ромашки. Еще одна юка. Класс. Зацветет обязательно, покажу. Маша ходит он там. Маша. Опять целую ночь шел дождь. Смотрите, как яблочки подросли. Интересно. Ну, какая красавица. Тут я еще раз дорогую сорвал. Кто это меня тут толкает? А, это Маша. Ну, кто-то меня сзади толкает. Маня. Сэм не захотел идти. А Маня пофигу все. Капуста тоже прет хорошо. Надо следить, чтобы ничего не сожрало. О, Люся. В общем, девчата на выгуле. А мужики не знаю. Пуня, Сэм не захотел, а Пуня не знаю где. Где-то лазят. Может, на дереве опять птичек ест. Друзья, тут все как обычно. Немножко видоизменяется. Вот растут где-то. Вот смотрите, какая крапива. Вот моя рука. А вот это листья крапивы. С ума сойти, они огромные такие. Машинца идет. Опять, я говорю, шел дождь, опять сыро. И такой запах лета. Потому как послезавтра уже лето у нас, друзья. День защиты детей, по-моему, 1 июня, да? И у моего дружбана день рождения. Ну, воля судьбы его закинула далеко за пределы моей страны. Ну ничего, держим связь. Поздравим по телефону. Ой-ой-ой, смотрите, сколько рыбы. Не знаю, будет видно вам или нет. Вон она. О, сколько ее. Зараза, плавает, а клевать не клюет. Вот что там такое. Маша пошла туда. Там или карась клюется опять. Что-то такое там. Так. Сейчас где-то плюс 18. Вон черепаха, оп, нырнула. Вон там башка черепахи торчит. Повылазили, это ж они. Тоже сейчас у них будут кладки. Тепло. Вот какой-то вот теплый воздух. Классно на улице. Что там? Маша не клюет. Маня, что замерзла, сидишь? А, кисюня. Ух и ласковая шкушка. Рыбочки какие-то полезли после дождя. Поганки, наверное. Прогулялись чуть-чуть. Сейчас пойдем кофе пить. Вот он. Нашелся. Сэмик. Сидишь, балдеешь возле воды. Эх ты. И сразу так делает.
Так, друзья, пойдем в дом. Всем хорошего дня на сын. Всем мира, добра. Остаемся на связи. Всем пока.